Скажите, пожалуйста, что вы ждете от Нового года? Самое главное, чего я жду, и надеюсь, этого ждет вся наша республика, это мира, спокойствия и, наконец-то, нормальной, хорошей жизни. А скажите, пожалуйста, что бы вы хотели сказать жителям Украины? Извините, на мове можно? Шановні громадяни, схаменіться, задумайтесь і згадайте, чим закінчується зазвичай для України така родина. Будьте уважні до свого майбутнього. Дуже сила міра. Стала на рельсы нашей экономики, чтобы руководители нашей республики смогли, имели такую возможность что-то сделать для республики, чтобы людям стало жить немножко полегче, чтобы появились рабочие места и все-таки, чтобы больше было благополучия. Украина, давайте мириться, люди, мы же все-таки вместе жили, вместе делали, мы все-таки соседи и братья, и родственники, не просто соседи, но родственники, которые живут теперь по разным сторонам баррикад, это очень плохо. Вообще сделать было эту войну на пустом месте, чтобы гибли люди с двух сторон, это было недопустимо. Просто взять и убивать свой народ, я считаю, это какой-то глобальный преступление, глобальный. Конечно, и пусть каждый живет так, как он считает нужным. Я хочу, чтобы наши руководители наконец поняли, дайте нам жить отдельно. Если мы считаем, проголосуем, что мы хотим жить отдельно, разрешите, надо сесть за стол переговоров и наконец договариваться, что вы хотите, что мы хотим. Зачем же сразу убивать друг друга? В каждой семье бывают ссоры, в каждой семье, но люди же не бросаются друг на друга и не убивают друг друга. Это только какие-то нелюди так поступают. Те, которые не любят своих близких, своих родных. Вообще-то надо договариваться, слушать друг друга, кто что хочет, поступать друг другу. Мира, счастья и здоровья. А что бы вы хотели передать жителям Украины? Чтобы они были счастливы, жили под мирным небом, как, к сожалению, не всегда удается нам, и чтобы были более благожелательны.